Девочки, мессенджер плюс можно не качать. Я нашла, где в Телеграм эти папочки. Заходим в верхний левый угол. Настройки. Папки. И вот здесь вот у меня уже, видите, папочки есть. Рабочие чаты, директорские, продуктовые, полезные. И можно будет создать спокойно новую папку. Создать новую папку. Все, пишите название папки. Добавить чаты, какие вы туда хотите. Ну и все. У вас будет все удобно. Вот так вот, как у меня. Здесь общие все. Здесь у меня рабочие, которые мне нужны всегда, каждый день. Директорские, которые мне тоже нужны, чтобы быть в курсе всего. Продуктовые для бьюти-чатов. И полезные, которые я читаю. Ну, дальше, может быть, по мере поступления, конечно же, здесь будет папка сопровождения, да, папка шаги по сопровождению новичка. Это все у нас скоро будет потихонечку, да. То есть вот все удобно.